дома вселились призраки. Пока мечтали мы, были капризными, пока наивные клинически. Мы ждали дождичка в четверг, но как назло пошел дождь в пятницу. Не ожидали мы, пытались прятаться, но в доме призраки куражатся. Мы слышим их безумный смех. Что делать нам, момент критический? Должны додуматься, ведь мы отличники. Но оказалось, мы тепличные. Призраки в дрожь бросают нас. Про экзорцизмы говорили нам, про разных демонов и про чистилище. Было смешно нашим извилинам, но не до смеха нам сейчас. Политики сказали: вы, друзья, чаще смотрите нас, и лишь усвоив аналитику, сможете демонов убрать. Из интернета вышли блогеры, эксперты по всему очень глубокие. Политики сказали в сговоре, чтоб голоса ваши забрать. Знаем лишь мы, как выгнать демонов. И без политиков, и без священников. Несите деньги нам для тренингов, как с демонами воевать. С нами, как закладки, жизнь играет в прятки. Задает загадки, пробуем.